Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы смотрим на фанатскую версию игры Hello Neighbor под названием, с подзаголовком Alternative Reality. Короче, мне прислали Димаста вроде бы, он прислал, и он говорит, что это самая крутая, по его мнению, фанатская версия игры. Давайте проверим, так это или нет. Нажимаем Play Game, точнее сначала Settings. Лода. Так, давайте play game. Так, окей. Тут у нас настроечки, графики идут. Окей, welcome to tutorial. Офигеть, тут есть tutorial. Контроллер tutorial. Так, окей, хорошо. Так, эти двери не открываются. Ну давайте сходим сюда сначала. Optimized for Xbox One, Xbox Series X controllers. А, можно играть на джойстиках, что ли? Обалдеть. Left stick. Ага. Тут учат управлению. Но LB это все. Это для джойстика. Лично мне нравится, по крайней мере, что здесь реалистичный стиль рисовки. Это уже вызывает ощущение хорошей модификации. Ну или фанатской версии. О, звуки из прототипа. Это мне нравится. Тоже звуки из прототипа. Анимации, правда, нет, ну и пофигу. Ключ. Прекрасно. Так, TV wailed. The TV is also a wailed way to distract the neighbor. Можно отвлекать соседа, я так понял. Ряби не видно, просто белый экран. Так, это обычная. О! А вот этой вроде ни в одной версии игры не было. А, это из преальфы. Еще что есть? Не, все, это было их три. Так, комодик открывать можно, хорошо. А здесь? А, можно активировать. Капканы. Чего? Тут сосед где-то есть, что ли? В обучении? А, или может быть это с капкана, просто звук связан. Так, окей. Дискорд. Прошу прощения, я подзаболел немного. Но видео вроде записать не мешает. А что, не разбивается, что ли? Или надо в стекла бросать? Да, нет, все-таки разбивается. Так, тоже звуки из прототипа. Так, прятаться под кроватью. И что? А, это я так спрятался. Анимация нормальная-то нет. Окей. Мне нравится такое обучение. О, золотой ключ. Золотой смог. Без скважины только что-то. Welcome complete to the tutorial, lag to during finish. Опа. Я что-то не понял, мы же. Мы что только что были? А, погодите, Ого, нифига. Машина синяя, ничего себе. Pay attention to the road, cars can kill you and reset your progress. Ого, нас может сбить машина. Окей, запомним. Закрыто.
Это удивительно. Может, там с обратной стороны замок? Так, ладно, идем сюда. Ну, обучалка прикольно сделана, мне понравилось. Нас, правда, не обучили, как убегать от соседа, но кроме того, что прятаться можно. А так в норме все. Так, мы в доме. Это наш дом. Пока мне уже нравится, как он выглядит. Зачем нам тут шкаф, правда, непонятно. Мы же не будем здесь прятаться. Красные двери. Обалдеть. О, вот это. О, вот этих дверей я не. О, это дом из прототипа. Это дом из прототипа. О, я там уже соседа вижу. Так, погодите, погодите. Там кто-то есть, что ли? Ну-ка, бинокль дали мне сюда. Удерживать? Это тот самый ворон, который в Hello Neighbor 2 был. Я должен туда попасть. Я должен попасть туда. Просто должен. Ну, давайте сначала посмотрим дом. Так. Вот этих дверей нет, текстуры нету, зашибись. А здесь что у нас? Ну, здесь ванна, обычная ванна. Все по ноль. Ну, дом снаружи выглядит неплохо. Правда, что-то темновато немного. Вот в прототипе, как вы знаете, наверное, там у главного героя не было дома. А здесь есть. Да это дом из Альфа 2. Или из Альфа 1.5, если учитывать, что тут реалистичность стиль рисовки. О, у нас даже телевизор есть. Окей. В целом, прикольно. Дом выглядит неплохо. Ну ладно, наш дом мы с вами изучили. А нас рубили, конец. А, туда дальше нельзя. О, вот и машина. Красная машина. А какие? Ну, тут синие я еще видела. А какие еще есть? Зелененькие есть? А, ладно. Так, еще одна красная. Офигеть, офигеть, анимация проделана. Ну, там что-то он съехал немного с дороги. Ну и пофигу. Офигеть, надо поосторожнее. Ладно, давайте пойдем к нашему соседу. Поздороваемся. Опа, дверь в подвал здесь другая. И вот мне интересно, есть ли тут второй этаж. Вообще ничего не видно. Тут темень страшная. Без фонаря я тут ничего не увижу. Вот он. Долго не пришлось искать. Странно, здесь был телевизор. А, вот телевизор. Его просто перенесли. Ага, те самые картины, которые в Преальфе вроде бы тоже были. Ой, сейчас мы, наверное... Ого, эта дверь тоже закрыта. Видимо, там что-то... Погодите, там что-то есть? Интересно, даже второй этаж сделали. Хотя мы же там видели за окном ворона, может быть, мы сейчас его найдем. Так, кровать. Блин, слушай, господи, напугал меня. Боже ты мой. Вот это было страшновато. Блин, предметы не сохраняются, жалко. Блин, мне сердце сейчас вскочило только что, наверное. Так, надо быть наготове. Вдруг он там сейчас опять где-то. У кровати есть. Ва, обалдеть! Второй этаж тут целый проделан. Охренеть. Обалдеть, как тут вот заморочил это все. Закрыто. И здесь закрыто. И ванная. И погодите, а тут про... Ну тут на другие этажи проходы-то есть? Нет? Как к тому ворону-то все-таки попасть? Блин, слушайте, вот это место уже классно прям выглядит. Прям пронял. Да что ж ты...
Ну почему вот такой момент, а? Ладно, но на втором этаже, по-моему, ничего интересного для открытия подвала я что-то, по-моему, нет. А к тому ворону-то как попасть? Так, он там зарядку делает. Блин! Я забыл про машины. Походу это не просто будет, но как-то нужно. Так, во-первых, фонарик сразу берем, потому что без него вряд ли что тут увидишь. Бу, блин, все скачет предметы. Так, интересно, а там комната сзади открыта? Или ее там тоже открывать надо? Это она открыта, только тут ничего не видно. Ой, то есть тут ничего нет, хотел я сказать. Вот здесь ключ был, но что-то здесь, ну что-то сейчас его тут нет. Видимо, ключ в другом месте. А жалко. Так, что тут? Закрыто. И здесь закрыто. Да ёп! Блин, этот дом такой тесный. Тут нормально, тут не побегаешь. Особо-то. Опа, он на улице. Куда он пошел? Может, я смогу проникнуть к нему домой? Пока он там занимается. Ладно, давайте попробуем найти где-то. Так, ну комоды я уже шарил. Так, вот здесь теперь. Может, в шкафу? Не, ничего нету. А за шкафом что-то есть? Не, по-моему, ничего там нет. А где ключи? Ой, он в дом зашел. Только я что-то нигде не вижу ни ключа, ни это, ни выдерги. Может, у нас в машине? Да хотя вряд ли. А где машина соседа, кстати? У соседа должна же быть тоже машина. Ой, да. Надо где-то найти ключ. Но я что-то нигде его не нахожу. А, подождите, мы же еще одну комнату не проверили. Тут есть еще одна комната. Блин. Нет, только иди сюда, не иди, пожалуйста. Так, ладно, давайте за ним смотреть. Так, надо как-то осторожно, чтобы он не заметил нас. Здесь что-то есть? Вот. Хе. Ключей здесь нет. А здесь? Здесь вообще закрыто. Может, под кроватью чуть-чуть лежит что-нибудь? Да ничего тут не лежит. А ключ-то где? Я нигде не вижу ни ключа, ни выдерги. Где это все лежит-то? Я не понимаю. Ой, господи, ну наверняка же тут есть какой-то проход. Ой! Может, за коробками что-то лежит? Да ничего тут не лежит. Этот комод не проверен. Коробки эти тоже не проверены.
Ну здесь ничего нигде не лежит. Может, на полке что-то. О, там выдерга! Выдерга, выдерга! Я должен подняться туда, как-то достать ее. Я ее достал, только почему-то я не могу выбраться отсюда. Тут что-то мешает. Пошел нафиг, я выдергу забрал. Выдергу забрали, теперь надо найти ключ. Ну я вроде все обшарил, нигде ключа нет. Вот, вот в этом окне, в этом. Там, по-моему... Нет ничего. Так, надо... Да блин, как он меня заметил-то там? Так, окей, за линию дороги он не уходит. Извините. Так, ладно, надо... По крайней мере, надо сейчас отковырять эти доски. Не попасться на глаза соседу, иначе у нас ломик пропадет. Этот опять. Так, вот где он сейчас? Блин, он там стоит. Блин, вот страшно, не собьет ли меня машина. Надо посмотреть туда, наверное. Он, по-моему, там стоит. Хотя что-то я вообще плохо вижу, если честно. Непонятно, он там или нет. Так, через дорогу надо аккуратно. Вот стул здесь стоит, из-за него ничего не видно. Так, отковыряли. Теперь убираем это. Пусть здесь лежит. Может сохраниться, я не знаю. Теперь надо искать ключ, но я что-то не могу понять вообще, где он. Может быть он там, конечно, но я не знаю, куда попасть. Я тут нигде не вижу проходов таких. Блин, тут темень вообще страшный. Там я вроде смотрел, его тут нет. Тут молоток, но молоток нам уже не нужен, мы же отковыряли уже доски. Нифига себе, это коробка такая, что ли? Да туда спокойно человек поместится. Это еще что за баги? Блин, вот где ключ-то искать? Где ключ находится? Вот интересный вопрос. Да блин! Почему вот бы его машина сбила лучше? Но мне кажется, машина просто сквозь него бы проехала. Нет, ну серьезно, где ключ-то? Я все же вроде проверил. Разве что я на втором этаже разве что комоды не проверил. Надо, наверное, сходить проверить. Потому что... А тот комод я, по-моему, тоже не проверил. Ничего не видно. Здесь нет. Нет! Стоп! Нет, 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 нет. Он не может пройти, ему там стул мешает. Но зачем ты сюда идешь? Ты уже не станешь пересекать эту черту. Ох, блин, где ключ-то? Я должен узнать, что находится в том подвале. Обалдеть, маршруты тут есть. Автомобили то отсюда, то оттуда выходят, то заезжают туда. А мы туда пойти не можем, кстати? Нет, не можем. Печально, печально. А тут багов случайно с мусорками нет? Ну, давайте проверим.
Баги есть, но только я взлет пока не могу читать. По... Вот самое лучшее это в Альфе 1 было. Нет, так это не работает. А присел. А присел вообще прыгать тут нельзя. Короче, взлететь не удается. Но как бы попасть-то туда? Дверь-то закрыта. Да походу туда не попасть нельзя никак. Хотя. Вау! Да блин! Может быть. Может если. Может я дома свищу, может. Блин, знаете что? Тут темень вообще страшная. Давайте тени поставим на минимум. Может лучше станет. Во-во-во-во-во. Теперь все вообще все хорошо видно. Может быть тут снаружи где-то лестница есть? Во-во, теперь без фонаря все видно будет. Да блин. Еще и FPS поднялся. Ах, ладно, ладно, ладно. Ладно, пусть уходит сначала, а то он у него глаза на затылке, походу. Так, ну там точно ничего нет, потому что я вижу, что там кусок дома. А вот в той комнате, там даже дверь есть. Значит, туда как-то можно попасть. Вот только как именно, я пока что-то не вижу способа. Может, тут лестница снаружи есть? Нет. Нет, нету лестницы. Но как попасть туда? И почему через забор не перепрыгивает? А, нет, перепрыгивает, если использовать приседание. Где же ключ может лежать? Тут я помню, что в прототипе стекла ломались от прикосновения к ним. Как мне теперь вылезти отсюда? Нет! Стоп! Нет. Ой, я чуть еще под машину буду лететь. Ай, где ключ искать? Я нигде не вижу ключа. Надо на второй этаж попасть и посмотреть там комоды. Вдруг там лежит ключ. Потому что я других вариантов уже вообще не вижу. Все посмотрел. Вроде бы. Так, надо проверить вот эти все места. Так, ну тут нет. Вот здесь комод не проверенный. Не, да тут нету ключа. А под, может здесь под кроватью есть? Не, нету. Просто в Альфе первой под кроватью соседской лежал выдерга. Не, здесь нету тут ключа. Вот он ключ! Вот он ключ! Наконец-то! Только бы не поймал сейчас. Так, надо найти момент и проникнуть и открыть подвал аккуратно. Ну, видимо, туда нам не надо. Пошли. Есть. Я уже думал, никогда не найду этот ключ. А, он схватил? А, это... Подождите. Это сон был. Как-то... Немного... Подождите, это уже второй уровень получается. Мы акт первый можно сказать, прошли. А теперь если интересно, что еще будет?
после этого еще будет какой-нибудь уровень? Интересно, интересно. Ну ладно, хорошо. Давайте на сегодня закончим. Этот дом из Альфы 2 мы будем проходить уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Мод мне уже нравится. И всем пока.